Чемпионаты по оказанию первой помощи проводятся движением первых совместно с Российским Красным Крестом. Они организуются в рамках всероссийского проекта «Первая помощь» при партнерстве со Всероссийским студенческим корпусом спасателей и волонтерами-медиками. Ближнюю руку к себе выпрямляем. Более 2000 активистов первичных отделений движения первых со всех территорий Оренбургской области участвовали в тематических уроках и образовательных мастер-классах, где учились оказывать помощь себе и окружающим в экстренных ситуациях. 250 человек по результатам тестирования были приглашены для участия в зональных этапах чемпионата. Вместе с представителями Красного Креста и волонтерами-медиками они участвовали в мастер-классах по 4 темам. Непроходимость дыхательных путей, кровотечение, травмы и раны. Мы этим проектом привлекли внимание населения к оказанию первой помощи. Эта проблема очень актуальна. И когда мы начинаем говорить с ребятами о том, что каждый человек в нашей стране должен знать основы оказания первой помощи. Это не врачебные манипуляции, это именно то, чем должен владеть каждый человек. Каждый взрослый, и не только взрослый, но и ребенок в том числе. Нам больше всего помогло победить наша сплоченность, сплоченность нашей команды, а также трудолюбие и усердие. Победители регионального этапа представят Оренбургскую область на Всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи, который пройдет 18 и 19 ноября 2023 года в Москве.